Я уверен, что пропадут, и даже раньше, чем в 2020 году, потому что совместно с реконструкцией внедряется новый формат обслуживания в отделениях почтовой связи. Это параллельный проект, который сейчас внедряется по всей стране, как раз связан с тем, что реконструкция отделения почтовой связи сопровождается установкой электронной очереди, сопровождается укомплектованностью операторов, их обучением, повышением квалификации, тем самым сопровождается скоростью снижения среднего времени ожидания, увеличение скорости оказания услуг, в том числе и за счет внедрения нового программного обеспечения. То есть это комплексное мероприятие, это не просто реконструкция, но серия комплексных мероприятий, главная цель которых – это увеличение качества обслуживания, в том числе сокращение времени ожидания в очереди, ну, соответственно, сокращение самих очередей.